Началась война. Мне было 6 лет. И через наше село шли вооруженные солдаты, машины боевые вооружены. Все шли на Волгоград. Все были, как говорится, такие ребята хорошие. Нам сахару по 6 комочков давали. Мы говорим, спасибо, спасибо. Тоже через наше село где-то неделю целую все наблюдали, разбивались. А лыжи оставались в самолете, их никто не забирал. А мы дети, тоже 6 лет, довольны. Вместо лыж садимся на эти лыжи и с гор катаемся. Никто их не увозил, никто не забирал. Ну, без жертв. Все живые летчики были. А почему? И низко то, что леса кругом были. А где-то сентябрь месяц был примерно такой. Еще листва была, наверное, видимость плохая была. А кушать тяжело было, да. Ждем, как мать его это сготовит. Или картошка, или каша сварит. Иногда и молока не было, с водичкой все, понемножку раз. Все кушали, все, чтобы только жить, жить и жить. Говорить можно? Да. Вот родились девочка и мальчик, двойняшки. Мать с отцом на работе. Оставляли меня дома. Котелочек был, подушки две положили. Его, чтобы я следил за ними, чтобы они из этого котелика не упали, следил, чтобы все живы, здоровы были. Вот так я и делал, все выполнял их рабочую. Пожили и тоже умерли. Никого не остался, я остался один. И вот дожил до 86 лет.